Всем привет! Вы на моем канале, и сегодняшнее видео – распаковка посылки от Avon. И давайте начинать! Первые два тоника с родниковой водой и чистотелом по 100 мл. Такие тоники у меня уже были, они мне понравились. Из этой же серии гель для умывания с родниковой водой и чистотелом содержит натуральные экстракты 100 мл. Нежно и бережно очищает кожу лица. Из серии Планета Спа Энергия спрей с ароматом лимона и бергамота. Этот спрей по аромату напоминает мне крепкий чай с лимоном и бергамотом. Спрей для тела с ароматом мяты и эвкалипта. Свежий аромат. Из этой же серии крем для рук с эфирными маслами итальянского бергамота и лимона. Еще один крем для рук с эфирными маслами китайского эвкалипта и мяты. Крем для лица увлажняющий с маслом авокадо для сухой и очень сухой кожи 100 мл. Вот так вот выглядит этот крем. Приятный, интересный аромат. Маска для лица с маслом оливы «Райское увлажнение». Маска-гель для кожи вокруг глаз с маслом оливы «Райское увлажнение» 15 мл. Помада вот в таком вот оттенке. Очень красивая, шиммерная, с мелкими блесточками. Натуральный оттенок. Колье с буквой L. Вот такое вот очень красивое. Такое вот колечко. Жидкие тени для век. Звездная коллекция. 6 мл. Оттенок Грейс. Вот эти тени в каталоге. На модели оттенок также Grace, но этот оттенок на модели уходит в более золотой, а на самом деле этот оттенок более темный розовый. И вот так этот оттенок выглядит в каталоге. Что могу сказать про эти тени? Они легко наносятся, застывают, то есть достаточно они стойкие, красиво блестят. Брелок для ключей Макарон, общая длина 10,7 сантиметров. Два крема для рук от Avon Kie. Первый увлажняющий с маслом авокадо для сухой и очень сухой кожи. Второй защита и восстановление с маслом жжеба, концентрированный бальзам для рук, для очень сухой кожи. Тканевая маска для лица интенсивное увлажнение с гиалуронатом натрия и экстрактом цветка кактуса. Содержит одну маску. Туалетная вода с ароматом яблока.
Это моноаромат, который можно мешать с другими ароматами. Кисть для теней, материал бамбук, алюминий, нейлон. Кисточка очень мягкая. Серьги Грейс, размер 5,1 сантиметра. Очень красивые. Маска для волос с ароматом шоколада и бразильского ореха. 125 миллилитров. Непревзойденное увлажнение. Легкая текстура восстанавливает жизненную силу волос, дарит здоровый вид. Очень классный аромат шоколада. Крем для рук и лосьон-спрей для тела из коктейльной коллекции с ароматом малины и черной смородины. Сладкий вкусный аромат. Тени-карандаш для век металлик. Вот в таком вот оттенке. От Avon Care крем для рук, увлажнение, лавандовые сны для всех типов кожи. 75 миллилитров. Легкий аромат лаванды. Два жидких бронзера хайлайтера по 14 миллилитров. Первый оттенок называется Solar, а второй оттенок называется Rise of Sunshine. Давайте сделаем свотч первого жидкого хайлайтера бронзера. Здесь вот такой вот дозатор. Очень красивые, хорошо пигментированные хайлайтеры. Парфюмированная вода от Avon, 50 миллилитров, цветочно-древесный аромат. Вот так вот выглядит флакон. Парфюмированная вода, восточно-ванильно-древесный аромат. Вот так вот выглядит флакон. Женский шарф, длина 180 сантиметров, ширина 40 сантиметров. Материал 100% полиэстер. По качеству шарфик хороший. Тоненький, легкий. Надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным. Всем пока-пока!